Привет, меня зовут Наташа Борисова, я актриса театра и кино. Училась в ГИТИСе, мастерская Сергея Анатольевича Голомазова. Мой игровой возраст 25-35 лет. Работала в театре «Молодой человек», город Ижевск, который находится в 60 километрах от города Воткинск, там, где родился Петр Ильич Чайковский. Работала в театре «Док» и на других театральных площадках. В моей актерской фильмографии около 35 работ. Это короткометражные фильмы, эпизоды в сериалах, роли второго плана и ТВ-проекты. В свободное время читаю, смотрю кино, поставила 2 детских спектакля. Из моих последних проектов это была работа со Славой Полуниным на выставке «Воздушные замки». Выставка-спектакль, выставка-приключения, выставка-аттракцион. Я очень хочу работать вместе с вами. Жду ваших предложений, приглашений на кастинги. Для меня очень важно быть на съемочной площадке. Своим самым главным актерским навыком считаю умение быть разной. Я могу быть старой, могу быть молодой, красивой, некрасивой, мудрой, глупой. Жду ваших приглашений. Еще раз напоминаю, меня зовут Наташа Борисова, и я приношу удачу. До новых встреч. Пока.